С тех пор, как группу Ньютон покинул Смит, слухи о возможном распаде коллектива нет-нет, но всплывали на просторах социальных сетей. Продюсер ребят Тимур Бахтыбаев еще в начале марта обмолвился о том, что... Эксклюзив делает коинсидерге. Топ басқа жанрда шығады уже. Однако с тех пор ничего не было слышно ни о результатах кастинга, ни о новом солисте. И преданные Powers, которые находятся в ожидании камбэка, забеспокоились, особенно на фоне возможного ухода группы Ньютон из жанра кью-поп. Не скажу, что мы уходим, но также не скажу, что мы останемся. Но нашу концепцию мы поменяем. То есть вы увидите совсем другую группу Ньютон, не такую, как раньше. Мы же решили, что настало время выведать непосредственно у продюсера, ждать ли возвращения ребят в ближайшее время или группа действительно распалась. Тимур Бахтыбаев в телефонном разговоре с нашими журналистами заявил, что причин для беспокойства нет, и Ньютон как группа продолжает существовать. Однако перемены все-таки грядут, и будут они довольно серьезными. Для начала есть вероятность того, что коллектив сменит название, а также не исключено, что группу покинет еще один солист. Хотя это, по словам продюсера, не точно, и поднимать панику не нужно. В целом же в глобальном плане ничего не изменится, и Powers стоит все-таки еще немного подождать. Официальное заявление об измененном составе, солисте, который пришел на место Смита и новом концепте, появится уже совсем скоро. Мы же обещаем держать вас в курсе событий, так что следите за выпусками новостей.